наши дети рождаются, и вообще все дети рождаются, чтобы хранить своих родителей. А получается наоборот. Очень-очень, я считаю, несправедливо, чтобы мы его хоронили. Робби был самым-самым нашим любимчиком, нашим первенцем в Америке. Он был красивый блондин. Радовались за него, что у нас такой блондин есть в семье, высокий, накачанный, симпатурный. Очень все любили. Были на него очень большие планы были. Я уже его невесту нашел и хотел знакомить. Мы не успели. Значит так, Бог захотел, он забрал его. Он забрал его, он сказал, что мы должны жить без него. Очень тяжело моим родителям, моему братишке, всем нам, братьям, всем казанам. Я думаю, это все потрясло нашу общину. Кто нас знал, кто нас знает, кто нас не знает. Хотелось бы, чтобы в нашем обществе немножко больше было доброты, больше было внимания друг к другу, больше было помощи друг другу.